Губернатор области вернулся из столицы, где принимал участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина. Участники собрания обсудили темы, связанные с развитием и оптимизацией предприятий малого бизнеса. Президент поручил главам регионов заняться вопросами расширения патентовой и кредитной системы. Единственным возможным путем внедрения в банковскую систему дешевых кредитов, по словам Павла Конькова, является субсидирование процентных ставок. Также на заседании рассмотрели вопросы квотирования малого бизнеса при государственных закупках. В нашем регионе уже реализуется программа поддержки малого бизнеса. В связи с последними поручениями главы государства она нуждается в доработке. Поэтому в ближайшее время губернатор планирует созвать совет, в котором поучаствуют бизнесмены, после чего правительство примет необходимые законодательные и финансовые решения. Преимущество малого бизнеса понятно, он мобилен, он активно и легко реагирует на всякого рода экономические изменения и, естественно, закрывает целые ниши.